началось. Все готовы? Да. А, я стоп, лучше, А, этот, пулеметчика меня освободите. Спасибо. Я очень хочу сказать, Омут, Васёк, Цикорий, Маклауд. Мы, короче, несмотря на то, что играем, будем делиться вот так, как сейчас, в футбольной системе, да, все равно периодически предлагаю играть в этом составе в нашей команде. Поддерживаем. И тренируемся. Принято. Окей. А то я сейчас... Ну, разберемся, конечно. Ну, ладно. CMF, а я помню, что ты в моей команде, как бы, я в твоей команде. Нет, нет, я имею в виду в такой команде, которая долгосрочно. Ну, я и говорю, что, да, как бы, в Пуканах-то вроде и ты, и я состоим. Ну да, 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 я о том и говорю, вообще, что да. Мы... У меня, получается, Омут, Цикорий, Мид, Бир, Васёк, Маклауд, Икстаунс, да. Команда сегодня раздавленных есть... томатов против команды цвет детской неожиданности. Против боевых улиток. Томаты в неожиданности. Хорошее название для песни «Неожиданный томат». Что-то Маклауд, слышишь, ожидание все. Ей-ей-ей-ей. Причем песня должна быть в стиле регги. На ситаре. Полился автомат. Во-во-во. Перезаряжу автомат. Все, поднимай. Песенники поет. Так. Так, коллеги. Я предлагаю план с вертушкой. Да-да, план с вертушкой, частота. 155. И ноль? Просто 155. Как-то в раз, да? Ну да, было. 155.0, проверка связи. Проверка, раз, два. Ева, проверка связи. Так, что-то у всех блин рации. Проверка связи. Слышно, так. Хорошо. Скидывайте рации, берите рюкзаки. Мы с тобой там на вертолете? Не, я не полечу на вертолет. Да что ты, блин, у тебя хорошо... Икс, погнали на БТ, как в прошлый раз. Сзади объедем. Погнали. А где рюкзак брать? Мы на земле брали. Он пустой, что у него ложит? А потому что все вещи в станцию перекочевали, просто поменяйте. А чё, гранат нету, А где гранаты, я не понял. Не в станции у тебя. Где ты станцию скинул? Я теперь её взять не могу. Энты? Я ничего не вижу там. Даже хер. Ну вот, я смотрю в чью-то станцию, тут 4 светошумовых, дымовые. Я как слышу. Лично. Так, он вот, наверное, я с тобой поеду на Б3, брат. Осколочные гранаты есть. Нет, нет, то не брать. Блин, кто рулить-то будет вертушкой? Ну, если бы ты рулил, я был пулеметчиком. Я здесь, в общем, я во всяких игрушках за пределами ДКС рулю авиатехникой настолько ужасно, что мы окажемся вот в том флаге российском. Понятно. А кто убежал уже? Так, кто на вертушке? Так, давайте распределяем обязанности. Принял. Фрох, прием. Вы с Лёхой на вертушке? Да. Люди гранату нашли. Вы в станции еле открыли, взял станции. Открыть станцию. Вот тут лежат 4. Ну предлагаю как в тот раз, двое на вертушке, двое на БТРе, БТРе,
А двое пешком подходят. Кто водителем? Я хочу пострелять с БТР. Так, товарищи, только вы скомандуйте, когда нам высаживаться, а то будет как в прошлый раз. Давайте я водителем. Садись, Сёмут. Васёк, ты тогда... Васёк, ты тогда с Явой пеши. Угу. Ява. Ай, смотри. Да. Ай, значит, смотри, да. Я тебе... Высажу. Я готов. Ну и чё, какой план? Мы сзади объедем, да? Сейчас. Не, я пострелять. Ну, хочу. Мы кроем крышу, я так понимаю. А дальше что мы делаем? Дальше вы высаживаетесь, когда зачистите на крышу. Не, ну кто разминирует? Ну я полезу разминировать, мы ж пешком сняли. Я предлагаю, что мы кроем крышу, чтобы там никто не сидел в тот момент, когда на нее будут залезать наши. А ну дальше мы присоединимся. Погоди, это понятное все дело, блядь, очевидные вещи. Конечно, туда не залезут, пока там кто-то есть. Я говорю, а что потом-то делаем? Потом, вот что, мы будем стоять у прохода в здании и тупить, кто куда бежит, или что мы делаем дальше? Ну, Икс, как в тот раз. Мы разминируем, залазим. Нет, я БТ предлагаю кому-то зачищать. Через... Я подойду, предлагаю зайти кому-то через первый этаж. Через мешки? Угу. Ну вот кто в БТРе разломает мешки, через них зайдет, а мы вчетвером через крышу. Мешки на главном входе? Сзади. А, да-да-да, мы едем, короче, сзади ломаем мешки и высаживаю Айси на восточной лестнице. И еду дальше. Аккуратнее с РПГ. Я вас сейчас настроил? Если вас встретят. Да, да. Ну, будем стараться. Так, все, вертушка. Сухопутные мы выдвигаемся. БТР, давай заводись, вертушка тоже. Значит, готов, БТР готов. Все, выдвигайтесь. Мы сейчас, пока вы будете ехать и лететь, подойдем пешком. Да у нас там что, секунд 5 полет. Не, ну вы что-то покружите, позачищайте. Да нет, это понятно, просто главное сейчас, чтобы вы не влезли в эту 30-минутную зону. Да в тот раз мы вообще за 10 минут штурм провели. Вертушка, сразу говорите о контактах, кого увидите. На вертолете как дела? А ты голосом говоришь, не слышишь? Я через радио. Нет, ты голосом. Это 55, значит. Да. Прием. Наверное, рация сбилась. Ты меня слышишь по раз? Ага. Рация сбилась. А какая у тебя частота? Сейчас стоит у тебя какая? 155. Прием, как слышно? Ява на связи. Или может у них 555-я? Не-не-не, 155-я была, у них, наверное, сбилась просто.
Ява, будь здесь пока. Я разминирую, потом поднимешься. Понял. Может дать туда гранату? Все. Да. Понял. Залазь, Ява. Команда как слышно? Слышно. А, мы БТР сзади так, делали дырку. Повторяю, у меня было сбросилось ФМС на своем месте на втором этаже. Я отсюда никого не вижу, ты поаккуратнее. Не-не, рано, я думаю, садиться. Подожди, давай еще покружим. Бэтр есть на восток лестница. Так, наши на... Есть, вижу. СМС, спускайся. Посаживайся. Выше. Так, я буду здесь в контроле. Айс вышел? Да. Коллеги, садимся, принимайте, прикрывайте. Подожди. Со второго этажа. Я объеду сейчас здание с главной стороны и буду в первый этаж отстрелю. С запада на первой стороны вошел. Я на втором. Сэмэ, как слышно? Нормалек. Кто на БТР, входите вниз. БТР работает по главному ходу. Да. Да, я на втором. Прием, свои на втором, не стреляйте. Стреляю по мешка на первом этаже. Возле главного входа справа, если войти, никого вроде нет. Я вот иду. Второй этаж. Лестница, второй этаж. Ты зашел сюда в здание? Да.
да. Мы пока там. А ты в комнате второго этажа? Да. А как дым пустить? В бетре. Минус один. Принял, осторожно, там на первом кто-то есть. Васёк, ты где? Второй чистый. Шумовый наш пускают? Да, второй чистый. Я ваш шум есть? Ява, флешки есть? Да, да. Все. Я так. На первом этаже. Принял. Дым сейчас кидаем на главу. Смотри, слева, слевушку. Ява, подожди, рано. Стой, оба. Я шум кинул. Так, когда кидаешь, надо вбегать и... В коридоре никого. Все, готов. Победа. Командиру спасибо. Ну нормально, четко. Забись, четко. Нагнули? Не увидишь, но. Зеленый кто шмалял за РПГ?